Жестокая расправа в Москве. В полночь в храме на глазах свидетелей убит настоятель. Ранен регент хора. Жертвой преступника стал Даниил Сысоев, известный миссионер и проповедник. Ты твоих грехов, уготованных любящим тебя, аще бы и согреши, но не отступил от тебе, и несомненно, вот Отца и Сына Святого Духа, Бога Отца в Троице славимого верова, и единицу в Троице, и Троице во единстве православно. Я его спрашивала в тот день, я еще удивилась, ты что, говорю, служишь? Он как раз, смотрю, на службу собирается утром, в четверг. Да, говорит, служу. А почему сегодня? Мне так захотелось. Было вчера очень много народу, постепенно народ разошелся. Ну, а я приехал на вечерние беседы и думал, мне надо было исповедаться там. Я ему позвонила. Я говорю, ну что, говорю, котлеты жарить ты вообще сегодня будешь или уже в пятницу приедешь? Может, мне не надо на котлеты жарить? Вот так вот. Он говорит, да, говорит, жарь, минут через 40 буду. Ну и я подождал, пока всех он отпустит. Я говорю, батюшка, можно исповедаться? А он уже куртку надел уже все. Вот. Он говорит, ой, ну ладно, сейчас, давай. Я пошла котлеты жарить, думаю, сейчас ужин там приготовлю. А я сосредотачиваюсь на исповеди, вот, и тут какой-то посторонний там шум, что-то. Но я стараюсь на это внимание не обращать, у меня мысли, в чем покаяться. Вдруг летает человек, начинает вот так махать, как в кино. А отец Даниил тут, что там за шум? Выходит, и я начинаю переключаться мыслями туда. И кричал, где Сысоев, где Сысоев? Злобным, раздраженным голосом. А я ему стала звонить минут через 40, как он сказал. Ну нет его, вот все, я уже все приготовила, сижу, жду, сама голодная. Меня вообще поразило, что он был в маске. Почему человек? Я подумала, почему человек вдруг пришел в маске в наш храм. Бегает с пушкой, значит, и отец Даниил падает. Он упал лицом на эпитрахиль, то есть не на пол, а на эпитрахиль. И вот этот контрольный выстрел, который был сквозной, он прошел через эпитрахиль. Батюшка лежал на полу, весь в крови. Ну, я тоже как-то там в его крови, там держу его, он дышит. Я смотрю, что у него крест, что он задыхает, ну, он душит его. Я снимаю с него крест, снимаю с него эпитрахиль, пытаюсь там вызвать скорую, там еще Владимир ранен. Он, конечно, всегда говорил, что мученическая кончина – это самая прекрасная кончина для христианина. Он хотел, всегда хотел удостоиться мученического венца. И он очень любил рассказывать о Царстве Божьем, о том, какой там свет, какая там радость. Что ради этого можно все забыть. Все перетерпеть. Знаете, вот есть такой момент, когда вот такие вещи случаются, иногда люди это видят как в замедленном кино. Что случилось с этим миром? Еле сдулся шар земной. Все переменилось мигом, все случилось мирно, все промчалось мимо. Я иду домой. Господь, защитник души моей, обрати оно слово грехов моих, поистине твоей истреби их. Я охотно принесу тебе жертву, прославлю имя твое, Господи. На свою Голгофу вошел в храме, который он строил, который вложил все свои силы. Смерть, конечно, его была потрясающе, скажем, красивой с христианской точки зрения, как для христианина.
умереть в храме и в облачении. Это вершина. То есть это дается... Он действительно был избран Богом за верность и любовь ко Христу, необъятную любовь ко Христу. Мне не довелось встретиться при жизни с отцом Даниилом, потому что, хотя мы и переписывались, но каждый раз отлагалась наша встреча, мы договаривались многократно встретиться с ним, но все время не получалось. Таким образом, получилось, что встретились мы впервые, когда он уже лежал в гробу, и я находился подле его гроба, полагая начало чтению над ним Евангелия. Убийство отца Даниила на меня произвело состояние, которое можно характеризовать как восторг некий. Значит, есть у нас еще люди, которые могут говорить о Христе, которые могут смело, честно принять венец мученический, заслуженный венец. Вершину, которую он сейчас задал своей смертью, которую, уйдя от нас, так красиво, трагично, торжественно, жутко, по-мирски жутко, страшно, по-христиански, красиво, благородно, как он любил. Он же любил благородство во всех его проявлениях, любил красоту божественную, не земную красоту, ну, земную красоту как проявление божественной во всем. Он ее любил, искал, и он ее нашел. Нельзя сказать, что мы потеряли человека, ибо его кончина, она кончина мученика. Мы, наоборот, приобрели святого. Вот это мое личное убеждение. Приобрели того подлинного ходатая за нас перед Богом, которым, наверное, только можно мечтать. Не обязательно христианин, верный Богу, должен прийти к мученической кончине. Вот. Не бойтесь этого, дескать. Но всякий, кто будет верен Богу, должен испить свою чашу до конца. У меня были мысли, вот я думаю, жалко, что я не приехала, потому что как бы было бы хорошо, если бы мне тоже досталась бы пуля. Вот, если бы я попала бы там под руку, если бы я вот приехала бы его встречать, потому что у меня были такие мысли поехать его встретить в этот вечер, потому что тем более я его накануне встречала. Ну, я и недостойна, и потом дети, я думаю, что из-за детей меня туда вообще не пустили просто. Он мог и не выйти на встречу убийцы. Он был в очень выгодном положении. Убийца уже сделал выстрел, уже обнаружил себя. И он не просто как-то машинально вышел из алтаря. Он прошел 5-6 шагов к этому месту. Он знал, на что идет. Он не сделал какой-то такой вот, ну, может быть, растерянный шаг. У него было два места, где он мог надежно скрыться. Вместо этого он вышел, он этого убийцу каким-то образом, возможно, даже просвещал. У них был диалог. Если мы будем носителями Духа Святого, утешителя, из Отца исходящего, Сына почивающего, вот, то победа будет за нами. Когда даже если нас убьют, то для нас это будет не убийство, да? А для нас будет триумфальная победа. Это будет величайшая победа над Люцифером и его темными полками. Это будет величайшая победа над палачами, да, которые нас убьют. Это у нас где-то неделя... Нет, не неделя, где-то за два дня до смерти отец Даниил напевал вот эту песню группы «Сплин». И потом, вот в первый день, когда я ездила по моргам, там, по следственному отделу, там, в прокуратуру, какие-то бумажки. И вот так получилось, что меня все оставили, я одна ездила, и я случайно радио включила. И я слышу эту песню, я поняла, что эта песня, во-первых, пророческая, а во-вторых, это от отца Даниила просто мне ответ был такой вот. Ты, пожалуйста, не бойся. Так случается со мной. Ни о чем не беспокойся, на замок закройся, с головой укройся. Я иду домой. Когда несли уже гроб к храму,
налетело на меня такое вот, ну, как отчаяние. И в этот момент мне под ноги падает букет ирисов. Фиолетовых ирисов. Как бы сейчас не сезон, вообще цветов море было, но фиолетовые ирисы я нигде не видела. Ну и я поняла, что это от него просто подарок оттуда. Букет такой необычный. Он на первое свидание пришел с фиолетовыми ирисами. То есть это первые цветы, фиолетовые ирисы и последние. Господь просто меня с ним просто сталкивал. То есть вначале я попросила жениха достойного на гробе Господнем. Через месяц с ним познакомилась. Вот. Ну, жениха я в нем, конечно, не разглядела сразу же. Вот. Я решила, что у меня вообще не пара, и как-то так это... У него какой-то такой напор был. У него во всем в жизни был напор. И когда он со мной познакомился, он тоже это стал делать как-то очень напористо. Сразу дал понять, что у него серьезные намерения. Я этого испугалась. Это уже после фиолетовых ирисов. Потом я ему отказала. Я сказала, что, знаешь, мы или друзьями можем быть, или давай не будем вообще встречаться. Потом я через неделю буквально поехала в Лавру по каким-то другим делам и встретила его на аллее. Как бы случайно. Но все равно я не смогла от своей судьбы уйти. Он меня повел в Гефсиманский скит. Вот, я помню, что вот ноги в этой вот в листьях утопали, какие-то уже звезды появились на небе. И мы стали говорить об ощущении Бога, что ли, о личных отношениях с Творцом. Ну, вот какие-то такие разговоры были. Вот. И когда я ему стала рассказывать о том, как я это чувствую, вижу, ну, то есть почему-то я стала такие сокровенные вещи ему сразу рассказывать, он стал говорить, у меня то же самое, и вот я так, а вот у меня вот так. И я просто поняла, что он видит мир так же, как и я. С малолетством он кадил вот под такими импровизированными кадилами, импровизированную петрохилию одевал на себя, веревочки, там все остальное. Вот очень тщательно прорисовывал всю мизансцену, так сказать, вот в комнате. Богослужения у нас бывали почти непрерывными. Отец Даниил, вы это знаете, как вот утром встаешь, солнышко встает вдалеке где-то. Вот. Вот каждый раз, вот неважно, рядом он был, не рядом, вот что бы то ни было, вот все в нашей жизни было связано с ним. Отец Даниил был мирный по плоти человек, послушливый. Был случай, когда его бабушка, моя мама, с ним сидела, там мы куда-то должны были ехать, оставили его с ним. Вот она боялась, что он простудится, он болезненный был мальчик. Садись, говорит, на диван и ни в коем случае на пол не вставай. И вот прошло очень много времени. Она там чем-то занималась, а потом к нему подошел. Он все еще сидел и не смел ослушаться, потому что так ему было сказано. Он открыл во мне, вот лично во мне, какой-то необычайный какой-то запас чего-то, того, чего я раньше не видел, того, чего я раньше не замечал. И даже просто в банальных вещах я пою на клиросе стою, то, о чем он мне раньше говорил, указывал, молить Богу, делай то, пой Богу. Только сейчас для меня начинает обретать смысл, раскрываться. Я читаю богослужебные тексты и вижу по-другому. То, что он мне до этого показывал, я сейчас заново все открываю. Он был лермонтовского направления. А лермонтовское направление – это удивительное предстояние Богу, не совсем покорное. И очень, очень решительное. Вот Лермонтов, как поэт, не, говорят знатоки, не ценил и даже пренебрегал своим поэтическим даром, даром слова. Он хотел выяснить свои взаимоотношения с небом и с самим Богом напрямую. Для него понятие Бога живого, Бога страдающего за нас, Бога воскресшего, Бога, который взял на свои рамена, на плечи
каждую душу. Это было безусловно. И он себя хотел напрямую обозначить перед Богом и стоять перед Богом. И он мог быть очень иногда дерзновенен. Этот человек говорил вещи, которые другие стеснялись из политкорректности говорить. Можно мягко поступать, и будем правы. Можем уступать во многом, и тоже будем правы. Но безусловно и непререкаемо мы будем правы тогда, когда мы будем говорить правду Христову. Те люди, которые слышали Евангелие и отказались его принимать, а с них Бог Отец взыщет кровь своего Сына. У нас часто люди говорят, мы должны понять атеистов, мы должны уважать сектантов. Подчеркну, что людей, держащихся от атеистического заблуждения, уважать надо. Исповедующих ислам уважать надо. Но нельзя уважать сект, нельзя уважать атеизм. Понимаете разницу, да? Мы никогда не будем уважать грех. Вспоминаю семинарские годы, когда куда-то в очередной раз спешил, он меня так за руку поймал, говорит, ты куда бежишь? Ну, я там надо сделать одно, второе, подожди. Пойдем, вот, говорит, Андрюшка Бойцов лежит в изоляторе, пойдем его навестим. Я говорю, а что с ним случилось? Он говорит, да вот заболел, ничего, просто простыл. Я говорю, ну если заболеет, то если заболел, то выздоровеет. Он говорит, нет. Ты, говорит, помнишь, как в Евангелии сказано? Если был болен, и вы посетили меня, вот того я и назову своим учеником. Он любил людей очень, он ко всем был внимателен, то есть он не оставлял равнодушным не оставлял. Это то качество, которым мы очень часто не обладаем. Мы в своей дружбе ищем себя и забываем о человеке. А он нет. Он, наоборот, видел человека, но забывал о себе. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Есть люди, с которыми интересно поговорить, а есть люди, с которыми интересно и помолчать. Так вот, мне кажется, это то, чего иногда нам не хватает. Просто быть рядом и молчать. Тогда ты, когда понимаешь другого, и когда ты ничего от него не требуешь, и он от тебя ничего не требует. Отец Даниил очень уважал человеческую свободу. Господь, создав Вселенную, вложил в нее такой проект, что должны существа неживущие обладать свободной волей. Потому что ему угодно было, чтобы люди вошли в его блаженство как его друзья, как вечные его дети, а не как роботы. Прощай навсегда, шар земной, но мы расстаемся с тобой со всей разноцветной листвой. Я падаю вниз головой со всей разноцветной листвой. Прощай навсегда, шар земной, но мы расстаемся с тобой со всей разноцветной листвой. Я падаю вниз головой. Он рвался всегда в бой, и для него не стоял вопрос о том, что, кому, как сказать. Он всегда был готов проповедовать, он всегда готов был говорить о Христе. Он досконально знал Писание. Это удивительный дар, когда человек знал Писание практически наизусть. Были диспуты с мусульманами, со старообрядцами. Вот. А вот первый опыт таких диспутов у него был еще в семинарии. Ну, и он мне говорил, что еще до знакомства со мной, он ходил по Арбату, проповедовал еще где-то там. Мы с ним поехали в Церковь Христа, они собирались в кинотеатре «Байкал». Сразу же там ринулся в бой к этим сектантам. То есть собрание было практически сорвано, потому что отец Даниил там появился, тогда еще Данила просто. Вот. И я помню, что он их там как-то так погромил, какие-то аргументы им такие приводил, которые их ставили в тупик. Но вот в результате оттуда ушли два человека. Вот это Татьяна Подосинкина, которая сейчас в храме катехизатором у нас. Он был хорошим учителем. Все
все, кто был с ним знаком, и все, кто видел, как он жил. Я думаю, не смог даже жить по-другому. Мы будем делать то, что делали. Правда, нам будет трудно, потому что его уже не будет с нами. Когда мы вспоминаем об отце Данииле, мы говорим о человеке, который оставил свои труды как самого себя. Иногда казалось, что он не знает ничего, кроме церкви, кроме богослужения, кроме вот того богословия, которое преображает человека. Последние 3 года мы его вообще не видели. Когда у него появился приход, храм, это все, это без выходных, без отпусков, были совсем оставлены, брошены. То есть он туда все силы отправлял. Вот он и сам был такой, очень пренебрежительный к мирскому и к земному. Он однажды в храм пришел в разной обуви. На одной ноге был одет ботинок коричневого цвета, на другой – черного. Он мог довольствоваться очень малым. Он никогда не обращал внимания на всякие вот внешние какие-то такие детали, там, как он одет. Мы заставляли его купить, мы собирали деньги, заставляли его купить себе куртку, ботинки теплые. Сломал ногу ровно за 2 года до этого события. Так что он дома просидел, я тогда обрадовалась. Ну, наконец-то, думаю, я месяц с ним просижу дома, наконец-то, поболтаем, поговорим. Он дома просидел ровно 2 дня. Он поехал служить на костылях с этой загипсованной ногой. Я не знаю, как он умудрялся служить, там ему стульчики ставили, там коляску кто-то притащил. Там. То есть это вообще он причащал сидя, вот. Но он все равно поехал служить. И когда я возмущалась, уже говорю, ну как? Вообще, ну разве можно так делать, и ты себя не жалеешь, и нас не жалеешь? Он говорит, я боюсь, я не успею. Мне надо больше успеть. Вот так он сказал. Сам путь Христа – это был путь страданий, был путь крестоношения с самого рождения его. Когда для него не нашлось ни места в гостинице, когда не нашлось... никого, кто почтил его, кроме бедняков, пастухов и иноземцев. Когда сразу же, когда они о нем узнали, захотели его убить, и с тех пор путь весь его был путем креста. Поэтому и Господь, обращаясь к своим ученикам, он говорит, кто хочет идти за мною, пускай отвергнется себя и возьмет крест свой и по мне говорит, как делает дьявол во время каких-то искушений. Он обычно говорит нам, причем говорит он так, говорит он не своим голосом, да, а притворяясь, что это мы так думаем. Он говорит, смотри, милый человек, вот сейчас, конечно, тебе тяжело, но потерпишь, завтра будет лучше. А на следующий день он устраивает гораздо хуже, понимаете? Чтобы человек взял и упал. А когда человек полностью отказывается от всяких надежд на улучшение на земле, приходит небесная помощь, понимаете? Что бы я ему сказал сейчас? Ну, прежде всего, наверное... Нельзя сказать, чтобы попросил прощения, потому что я старался быть искренним к нему и любить его как самого себя. И он мне был дорог. Мне даже матушка ставила в укор, что она все время говорила, вот ты хочешь быть похожим на своего Сысоева. Она так несколько с ревностью обращалась ко мне. Он встречал всегда очень радостно всех людей, которые к нему, особенно первый раз, когда приходим, всегда с улыбкой. Улыбка была открыта, искренняя. Что... И вот такая вот простота его была сам в отношениях. Он как будто таких вот простых мирских вещей он никогда не чурался, так скажем. Вот. Где-то в компании посидеть, пообщаться, поговорить. Но именно всегда акцент был в компании, когда мы сидели, говорили, акцент, разговор прежде всего о Боге. Он самый последний приходил на трапезу. Обед могли съесть просто-напросто. Ему могло ничего не достаться. И со смирением таким, спокойно совершенно. А, ну ладно. Ну и что, подумаешь. Чайку мне сделайте, принесите вон туда в келью. Мы дружили с папой
мы ходили там в Кремль. Но только он очень был занятой человек, поэтому это очень редко бывало. Мы в Израиль вместе съездили. Мама осталась дома, Ангелина, ну, с Ангелиной она еще маленькая была. А мы с папой ездили в Иерусалим, ездили на гроб Господень. Купались в Мертвом море. Вот. Господь по детскости его дал ему это. Он чаял больше всего Бога. Он всегда радовался. Как апостол сказал, всегда радуйся. Он радовался всегда. Даже когда плохо было, радовался. Уныние происходит из-за того, что человек не надеется на Бога. Человек слишком гордый. Обычно гордится и страдает унынием. И человек непослушный. А вот этой страсти уныния ей противоположна добродетель надежды на Бога, который приводит радостнотворный плач. Слышали про такое? Радостнотворный. То есть плач, который приводит к радости. То есть что такое радостнотворный плач? Радостнотворный плач – это такое состояние, когда человек вместо того, чтобы плакать там, то, что у него там жизнь не удалась, там, да, все к нему плохо относятся, все его не ценят, не любят, не холят, не лелеют, вместо того, чтобы это ерундой заниматься, да, по-русски говоря, он увидит реальное состояние своей души. И почему плач радостнотворный? Потому что вот когда человек оплакивает самого себя, он будет утешен. Как Господь сказал, блаженны плачущие, потому что они будут утешены. Мне люди говорили, вот после всех этих дней, говорили о том, что он живой, что он улыбается, что он оказывает пастырскую помощь. Первым делом я у него спрашивала, что ты почувствовал в этот момент выстрела. Вот. А второе, что я его спрашивала, ну как ты? Голова не болит. У него же были хронические головные боли, у него каждый день болела голова. Смерть – это переход в новую вселенную, выход в новый космос. Это новое рождение. Как говорит Григорий Богослов, третье рождение. Мы очень рады тому, что среди нас есть такие люди. И мне завидно, искренне завидно той смерти, которой умер отец Даниил. Мне завидно, что я не смог стоять рядом с ним, что я не смог за ним выйти и сказать, что я тоже Даниил. Сейчас очень как-то ближе стали и более понятны слова, что за тебя Христос пролил кровь. Этот мир перевернулся и завис передо мной. Вокруг света вернулся, убежал, вернулся, закричал, качнулся. Я иду, я падаю, падаю, падаю вниз головой. Я падаю вниз головой. Мы чужие для этого мира, мы инопланетяне.
да, даже из другой вселенной, если угодно, христианин из Царства Божьего уже сейчас. То есть, когда он погружается в воду Святой Купели, в крещении, он умирает для этого мира, да, и рождается для вечности. Если получилось с ним встретиться именно сейчас, то я бы спросил: отец Даниил, расскажи мне все-таки четко и понятно, что мне конкретно вот нужно сделать, по полочкам разложить, чтобы в Царство Небесное попасть. Мы должны исполнить для начала, как фундамент. Первый есть заповедь. Помню даже, как отец Даниил меня спросил: Люба, почему ты все время такая грустная? И говорю: отец Даниил, вы знаете, просто я по своим грехам скорблю. Я не могу сейчас просто улыбаться. Видимо, мне нужно время, чтобы как-то очиститься от своих грехов. А это нужно годы, годы и годы, чтобы ходить в храм, очищаться от своих грехов. Мы приходим в храм для радости. А сейчас появилась такая мода, что, мол, считается, что нужно ходить с мрачными физиономиями, да? Ну что Господь сказал по этому поводу? А Господь прямо сказал, что если вы приходите с мрачными лицами, то вы перед людьми поститесь, перед людьми свои добродетели показывайтесь. Никакого толку вам не будет от Царства Небесного, понимаете? Почему ты не взял нас с собой? Так хочется с тобой. Куда же ты, батюшка? Такое было внутри состояние, что он ушел туда, куда хотел, куда стремился, куда желал, и нас оставил. Как же он мог нас оставить? Мы же так хотели с ним. И сквозь эти сухие рыдания вдруг пробилась улыбка и ясное видение его. Это видение было в духовном таком созерцании. Он стоял и улыбался, и говорил, как всегда он мне говорил: Света, не суетись. Главное лекарство от суеты, оно на самом деле сейчас почему-то не популярно. Называется оно смертной памятью. Понимаете, да? Как бы мы ни суетились, а на тот свет нам пора. Вы знаете, что может быть очень скоро, так ведь? Дату смерти мы не знаем. Как поет церковь, и младие, и старые умирают. И тут совершенно не важно, сколько человек прожил. Еще нам ученичек Даниил, молю Бога нас, чтобы нам тоже достигнуть Царства Небесного. Вот, и чтобы он нас укрепил своим бесстрашием. Давайте понимать, что мы с вами здесь живем в условиях сражения. Поэтому церковь называется нас воинствующими. Только мы сражаемся не с людьми, да? А сражаемся мы с сатаной, который стоит за людьми мира сего. Сражаемся мы с ненавистью и злобой. Должны мы чем-то сражаться? С свидетельством Иисуса Христа и любовью между собой. Мне дети говорят: мам, ну что вот эти новости, давай, мол, клип какой-нибудь посмотрим, там, да что там. Я говорю: нет, надо обязательно посмотреть. Я говорю: потому что мало ли что там в стране. Я говорю: ну хотя бы начало. И вдруг начало. Ой, какое начало. В 7 часов утра показывают храм, показывают. Убить священника я не могу поверить. Ну как же так? Господь говорит: вас будет преследовать, но вы не бойтесь. Но придет больше того, придет час, когда всякий, кто убьет вас, будет думать, что он таким образом совершает службу Богу. Человек, который не верит в Иисуса как Христа, Сына Божия, такой человек может и убивать христиан, считая, что таким образом он Богу служит. А где та дистанция? Чем она измеряется? Духовник и духовное чадо. И вообще, должна ли она быть? Или она измеряется нашей любовью? Любовь начинается с того, что человек сначала боится Бога. Сначала благовеет, в ужасе перед, узнав Бога, узнав его славу, праведность. Потом боится оскорбить его. А потом он начинает любить. Отец Даниил выходит из храма, как всегда, такой вот непринужденный, легкий. И говорит: поздравьте меня, Алла. Говорит: мне, говорит, угрожали 14-й раз. Я говорю: я так смутилась, я даже не знала, что ответить. Я говорю: я даже не знаю, батюшка, с чем вас поздравить. Все люди боятся смерти. Вот таким образом люди попадают под власть дьявола. И человек, зашуганный, запуганный дьяволом, пытается любой ценой оттянуть от себя смертный час. Именно по той причине, что человек не видит ничего за пределами жизни такого, чтобы имело бы ценность какую-то. Меня зовут Майя, да, вот. И крещение Мария. Вот, к нему подхожу, там отец Даниил, вот так и так, там вот, у меня тут произошло. А он меня смотрит, улыбается и смотрит в другую сторону. А потом я говорю: отец Даниил, вы меня слышите, что я говорю? Он такой: так, кто это говорит? Иллюзия, что ли? Майя в переводе с древнегреческого – это иллюзия. Вот, и он постоянно так вот – иллюзия. Я говорю: отец Даниил, почему меня так называется? Он говорит: ну, потому что ты Мария, потому что ты не Майя. Потому что ты появляешься, когда ты с Богом. Как сказала Мария Египетская, Слово Божие, живое и действенное, оно само учит человека. И потому мы с вами должны учиться вот этим духовным истинам, настраивать свою душу, чтобы душа наша стала богоподобной.
Человек, прошедший царскими вратами, назад не возвращается. Вот. При рукоположении же проходит царскими вратами. Никто не проходит царскими вратами из мирян. Знаменательно то, что его хиротония священническая была первая в новом храме Христа Спасителя. Церковь имеет власть вязать и решать. Она свидетельствует Духом Святым, что это человек, угодивший Богу, это человек, который абсолютно осуществился как христианин. И в нем беспрепятственно действует Святой Дух, способный исцелять, способный свидетельствовать, способный воскрешать все, что было обещано апостолам. Это был человек, который наследовал от самого начала своего древних отцов, наследовал исповедников святой веры, наследовал мучеников. Это тот человек, о котором пишется в Апокалипсисе, что Господь подает венцы, белые одежды. Отец Даниил лежал в ковчеге, в гробу, в белых облачениях. И мне казалось, вот сейчас поднять покров, а он лежит в венце, в священном мученическом венце. Может быть, еще обогренным кровью, но это был венец святости. Отец Даниил участвовал в различного рода дискуссиях, диспутах. В меру своих сил и талантов он отстаивал Божью правду. Но, наверное, самое сильное слово, которое он произнес, это то слово, свидетелями которого мы все являемся. Если человека убивают за Божью правду, то это значит, что правда сия разит людей, ее неприемлющих. Это значит, что она обладает огромной силой. И каждая новая кровь, проливаемая за Христа, сеяла обильно семена веры и собиралась жатва. Знаем, что и этот подвиг жизни и смерти отца Даниила есть большое, великое семя, которая, будучи посеяна в плодоносную почву, принесет свой плод. Для всех нас, кто посвятил себя служению Господу, предстояние сему гробу должно побудить глубоким размышлениям о смысле и характере проповеди в современном мире, о важности служить делу Божьему так, чтобы каждое наше слово достигала ума и сердца слушающих, чтобы не впустую, не в духовной праздности и лени проходили дни нашей земной жизни. Верим, что Господь примет душу раба своего в небесные свои обители.
Как-то он еще говорил, что я чувствую, что меня убьют. Я еще так усмехнулась, говорю, ну, он же помирать собрался. И на кого ты нас оставишь? Меня, троих детей тут это собрался, типа, на тот свет. Так и прямо. А он говорит, а я вас вручу в надежные руки. Я говорю, ну какие же руки? Пресвятой Богородицы. Всем нашим современникам, всем унылым, всем тем, кто пытается ну, как-то пригреться здесь на земле, вот он бросил этот вызов. И только жительство наше на небесах, собственно, апостол раньше сказал об этом. Жительство наше на небесах, откуда ожидаем Христа. Православные уснули. Пора просыпаться. Пора заниматься апостольскими делами. Не ходить в церковь, как фитнес. Сходил, утренние и вечерние правила почитал и занимаемся устроением на земле. Нет. Наше Отечество на небесах. Наше, здесь у нас гостиница, здесь у нас приготовление к вечной жизни. И отец Даниил – это нормальный, реальный, живой человек, который был грешный, как были грешны все святые. Вот. Но он хотел Царства Небесного, он стремился туда, он этим жил, и он это получил. Отец Даниил ведь не просто хотел противостоять кому-то своими проповедями. Отец Даниил пытался пламенно всех объединить. Как и Господь иногда через пророков говорил жесткие слова, отец Даниил не стеснялся говорить об этом жестко и прямо. Но эта жесткость, которая могла обескуражить внешний мир, она все-таки была тем правдивым словом, которое многих приводило в трезвость. Враг рода человеческого только тем и занимается, что стравливает, особенно сейчас, стравливает христиан между собой по самым ничтожнейшим поводам. Люди стали действительно какими-то необыкновенно раздраженными и все время постоянно пребывают в каком-то ненормальном, нечеловеческом состоянии души. Это люди... забыли об том, что они, в первую очередь, христиане, дети Отца Небесного. Что мы с вами, братья и сестры, потому что мы вышли все из одной крещенской купели, одним Святым Духом помазаны через Святое Мира, что мы с вами вкушаем от одной Святой Чаши. И между тем Господь говорит, блаженны миротворцы, яко те помилованы будут, яко те сыны Божии нарекутся. Тот, кто примиряет людей между собой, делает великое доброе дело. Он на небесах. Поэтому ушел домой к тебе. Я падаю вниз головой. Ты, пожалуйста, не бойся. Так случается со мной. Ни о чем не беспокойся, на замок закройся, с головой укройся, я иду.